Всем привет! С наступающим вас Новым годом! Да, как вы можете видеть, до Нового года осталось совсем чуть-чуть. Если, конечно, вы смотрите уже после Нового года, то с наступившим. И еще раз всем привет! С вами, как всегда, я, как вы уже поняли, дезертиры Эльдериэль. И мы рады вас приветствовать. Ну что ж, поехали потихоньку. Давай, начинай. Твоя идея, ты газуй. Засранец. В общем, ладно. Суть в чем? Мы выпускаем этот подкаст, ну, во-первых, чтобы поздравить вас, естественно, с Новым годом. Ну, а во-вторых, чтобы немножко рассказать о наших ближайших планах на будущее. Так как мы пока еще не определились до сих пор, когда и как мы можем стримить с Элкином, я думаю, что это пока будет тайной даже для нас. Что касается меня лично и что я буду делать в ближайшее время, это в час ночи, соответственно, 31... Точнее, в ночь с 31 на 1 числа в час ночи выйдет первая серия кое-чего интересного. Но я думаю, вы уже видите или увидите, когда посмотрите. В любом случае, я подготовил специально для вас, поэтому приятного просмотра. Что касается остального, я планирую в ближайшее время пройти Watch Dogs, как только он выйдет. Также, может быть, от Rockstar я пройду интересную игру GTA 5, если она выйдет, хотя она будет пройдена на тот момент всеми желающими. В принципе, все. Но это касаемо прохождений, по крайней мере, которые я примерно планирую. Ну, а ты? Ага. Ну, я с нетерпением жду Diablo, я не буду ждать русской версии, куплю за баснословные деньги ее. А я буду. Вот, и тогда без дезертира пройду английскую версию, прокачаю крестоносца и прочее. А то, что выйдет в 2014 году, я особо таки не знаю. Кроме как, естественно, игр от Blizzard. Ну да, так что так. Мы в любом случае вместе будем ждать, я думаю, выхода героев и, скажем так, выхода бета-тестирования закрытого. Не, забудь. Недавно, если кто пропустил, на официальном канале героев было видео с разработчиками, уже опять-таки новое, и с Хаски, это один из старкрафтеров, комментаторов. Они там сказали, что они даже бета еще не планируют делать, потому что они сами играют на альфа-тесте. И там очень много ошибок. Ну, в общем, я к тому, что мы в любом случае будем его ждать. Я же не говорю, что прям вот оно вот выйдет вот-вот. Вот, ждать-то ты его от этого не перестал, правильно? Не. Ну, конечно. Вот и поэтому мы будем все это добро ждать. Ладно. Что касается вас, ребята, я думаю, начнет Элкин, так как он не умеет поздравлять, по его же собственным словам, людей. Я думаю, у него получится хорошее начало для поздравлений. Поехали. Ну чё, больше винегрета, больше радости и улыбок. Слушайте мам и пап, если вы, вам еще нет 18+. Удачи и веселья в новом году. Ну вот. Ну что я могу сказать? Я к этому даже сложно что-то добавить. А, ладно. Конечно, есть что добавить. Ребята, веселитесь, что я могу сказать. Пока молодые, есть стимул, так сказать, быть просто детьми. И на самом деле оставайтесь как можно дольше детьми. Это очень приятно, потому что взрослеть не спешите. Это дело плохое, но вы еще успеете побыть взрослым. Поэтому оставайтесь с детьми подольше, веселитесь. Идите там, не знаю, покатайтесь на горках там, пообщайтесь с девчонками, с парнями. Не знаю, делайте веселые вещи. Ну что могу еще добавить? Приятных, скажем так, праздничных дней. Ждите наших новых видео. Всем в любом случае, ребят, спасибо. Мы рады, что вы с нами. Мы надеемся, что вам все это нравится. Ну и здоровья вам, как говорится. Оно вам надо, когда мы будем стримить 6-часовые стримы. А мы такое планируем? Новый год, чувак! Новый год. Ну да, в новом году можно что-нибудь поделать. Посмотреть. Наступит Новый год, и там будут уже новые вещи. Ладно, в любом случае, всем спасибо, ребят. Всем удачи. Были снова рады для вас сделать что-то интересное в виде данного подкаста. Ну и всем пока. Пока.